Ну что, еще я затонувший корабль, как бы без особых, значит, ухождений души в пятки. О, вот еще один бамбук. Сейчас бы мне лодку еще не потерять. Тут буквально два шага и все, и ты заблудился. Что, бамбук очень ценный товар. Так, вот здесь моя лодка. Стоп. Ух ты, блин, фонарики висят. Это я, что ли, их налепил? Подожди, подожди, нафиг, это не признак деревни? Это не признак случайной деревни? Это я тут вешал свет? Вот это что? Это что? Так, с этого места поподробнее, ребята. Сейчас мы маленько здесь подрубим листву. А вдруг? С чем черт не шутит? Ну ведь это явно рукотворные, эти фонари. Давай с той стороны посмотрим. Слушай, а вот этот... Вот это не похоже на мост? Из тех, что я делал сам. И опять вот эти фонари висят. Вот что эти фонари значат? Да? Что они значат? Дай-ка один срубим. А, открыт новый рецепт. Это не фонарь, нифига. Подожди, где он? Какао-бобы. Ах, это какао-бобы, фонари, блин. Ну, давай соберем какао-бобов. Раз уж на то пошло. Здесь тогда давай выложим мостик. Правда, не полностью. Но, слушай, вообще я нисколько не заинтересован в потере лодки. Поэтому давай мы попробуем тогда вот здесь проплыть. Что у нас здесь вообще за пути, за такие? Так, 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 так. Вон мой Нью... Это Нью-Йорк? Это Нью-Йорк там за деревьями. Да, это Нью-Йорк. Соответственно, это приятно. Раз я вижу свой Нью-Йорк. Но здесь такой, видишь, заливчик. Просто какой-то Far Cry первый. Так, а я могу вот так пробить из лодки? Ладно, сейчас пробьем, подожди. Подожди, погоди. Ножницы убираем, лопату взяли. Все, сейчас мы здесь спокойно проплывем. Плыви не хочу. Так, погнали, погнали. Проплываем. И вот мой Нью-Йорк там. Вон он, вон он. Или это не он? А как это может быть не он? Он? Кто это еще-то? Охренеть не встать. Это что, не он, что ли? А что это за здание тогда? Ребят, я честно не понял. Давай тогда следующим образом поступим. Давай мы сейчас эту лодочку соберем. А, вот так вот прокопаем здесь для ориентировки. Типа вот так дорожку. Блин, надо этот самый. Ножницы уже на исходе, конечно. Сейчас они уже будут полностью на исходе. Да нет, это естественно этот самый. Кто же еще? Естественно, это мой Нью-Йорк. Или нет? Почему он тогда... Нет, что ли? А кто это? Так это... А, вон там наверху, на вышке, это я делал. Нет, ну а как, кто же это? А, так вот перекресток Тарантино мой. А, ну да. Они просто сливаются в одно. Как я уплыл-то неплохо, а? Блин, давай делаем тогда новую попытку. Новую попытку делаем, потому что та попытка не увенчалась успехом. Сейчас еще раз, аккуратненько. Поставимся.
И вот именно с уголка начнем. Именно с уголка. Здесь, кстати, у меня на весу это вся эстакада, так что, если что, вполне можно и смочь. Так, давай, ставимся. И погнали. Вот это все, вот это у нас кто? Тоже бамбук. Соберем? Как думаешь? Что нам спешить? Так. Ну пусти, пусти. Так это не бамбук, это тростник. Тростник, тростник. Ну тоже пригодится. Так, дайте мне его. Принадлежащий мне по праву. Я думаю, даже, знаешь, что без лодки тут поплавать. Да блин, ну куда ты? Ладно, лодка берет, тонет. Все, подобрал. Так, ну хорошо.